Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Торск, улица Просвещения. Давайте смотреть новинки вместе. Красивая яркая чашка из фаянса, 320 мл. Имеет несколько расцветок и интересную форму за 77 рублей. Ничего себе, какие интересные стаканы. Такие, знаете, как будто бы голографические, с трубочкой, 450 миллилитров и выполнены из стекла. А в нашем магазине три цвета. Красивые. Крышка полипропиленовая, а сам стакан стеклянный. А трубочка выполнена из акрила. Какой интересный стаканчик. Выполнена из натрий-кальция силикатного стекла за 27,50. Привезли новый салатник 2 литра, выполнены из стекла. Очень красивый. Фирма Аметис. Можно использовать для приготовления пищи. Само стекло довольно-таки прочное, толстое, так что прослужит не один год. Еще вот такое блюдо, тоже 199 рублей. Безумно красивое, просто безумно красивое. Плоское такое блюдо. Блюдо 30 сантиметров. Оно тоже очень красивое, как и то. И стоимость также 199 рублей. А в этом магазине тоже конфетницы такие привезли с крышкой лебеди. Что здесь еще есть? Вот эти контейнеры кружки мне нравятся. С клипсами. Очень много контейнеров, конечно, очень много. И круглых, и прямоугольных, и квадратных, и стеклянных. Приспособление для выпечки. Роллер для теста. 4 насадки. Смотрите, как интересно. 4 сменных ножа колесика. Отлично подходит для нарезки теста с прямыми и рифлеными краями. Пластиковые колесики не прилипают к тесту и не повреждают поверхность. Легко разбираются. И изготовлены из пластика и нейлона за 55. Нам привезли интересные наволочки. Декоративные, 40 на 40 сантиметров. Похоже, как будто бы шелковые. Ну, конечно, это не шелк, это полиэстер, а вот на ощупь как будто бы шелковые. Я имею в виду не хлопчатобумажные. Смотрите, какие яркие, красивые. С одной стороны цветная, а с другой стороны просто розовая, однотонная. Еще вот такие есть. Тоже как открытка. И стоят такие наволочки 55 рублей. Опять новые коврики. Только что сняли вот такой целлофан с них. И такой идет аромат химозный. Ну, как вот от всех паласов, в общем. Такие яркие. И расцветки все одинаковые. А за 99 рублей. Размер 0,5 на 0,8. С одной стороны не силиконовая. Корик будет скользить. Это плохо, конечно. А так яркие. Смотрите, появились удочки для зимней рыбалки. С крючками за 199 рублей. Вот такая еще. Это набор номер один. В набор входит удочка зимняя балалайка, ножки для удочки, кивок плоский, мормышка, крючок, грузило, поплавок зимний и леска. Грузило 10 штук. А вот этот желтый набор номер два.
Удочка зимняя тоже была лайка. Ножки для удочки, кивок плоский, мормышка латунь, мормышка свинец, крючок 3 штуки, грузило 10, поплавок зимний, блесна зимняя и леска. И тоже 199. В этот магазин тоже привезли вот эти контейнеры с ручками и на клипсах. Вот так на вид неплохой контейнер. Париж. И вот, как я говорила, тоже рисунок в виде открытки со штампом за 199. И такие. А это, по-моему, гортензия, что ли. Тоже 199. Белый красивый контейнер. По-моему, 10 литров. Да, 10 литров. Этот мне нравится. Беленький, красивый. Ух ты, а это что такое? Оксиформула Color усилитель стирки для цветного белья. Эффективное удаление трудных загрязнений. Подходит для ручной стирки. 30-60-90 градусов. Так же, как я понимаю, и автомат. И на этом флаконе есть деление. Вот, пожалуйста. 1 литр стоит 99 рублей. И кому интересна информация. А также ваниш. Белое еще белее. Кристальная белизна не содержит хлор. За 99 рублей 450 миллилитров. Еще есть разные виды пятен. Удаление пятен с первого раза. Жидкий пятновыводитель для тканей. За 99. И еще новинка. Ваниш удаляет в 3 раза больше шерсти. Устраняет неприятные запахи для чистки ковра и обивки мебели. Специально для владельцев домашних животных. За 149 450 миллилитров. А я до этого недавно прям показывала антинакипин для стиральных машин и для чайников. А в этом магазине есть антинакипин для утюгов и парогенераторов. Быстрое эффективное удаление известкового налета. Увеличение срока службы бытовых приборов. Не оказывает вредного воздействия. 3 капсулы по 20 миллилитров. И вот здесь даже видно эти капсулы. Видите, водичка. На тех не видно, а на этих здесь есть окошечко. По-моему, 27,50. Средство для мытья посуды. Таежный можжевельник. Биолан. Эффективно устраняет запахи с посуды. Чистота с ароматом таежной хвои и не содержит красителей. Биоактив. За 55. А также есть апельсин-лимон и бальзам с алоэ вера. Но стоимость уже 77 рублей. Я очень довольна вот этим фейри с дозатором, который распыляет пену. Хороший. Он хоть и стоит 199 рублей, но мне очень нравится. Еще пема люкс. Тоже в новых упаковках. За 55 рублей. Обычно у нас здесь написано всегда было «Содоэффект», а это «Про Нейчер». Бескомпромиссная чистота с заботой о природе. 480 граммов за 55 рублей. Подсвечники за 99. Здесь тоже есть, смотрите, которые с кусочками, с листочками. Ароматическая за 99. Фоторамка с клипсой держателем под 4 фото с любовью. Не маленький размер. До этого была у нас вот такая маленькая фоторамка с клипсой держателем с 99, а теперь вот эти вот за 199 на 4 фотографии. Магнитный планер
на холодильник с листами для записи с ручкой. Синие чернила. Смотрите, здесь можно что-то планировать. День недели, понедельник, вторник, среда и так далее. Здесь писать заметки. Интересно, это, наверное, магнит. И такая довольно-таки большая. И довольно-таки такой большой планер. Изготовлен из картона, бумаги, магнита, полипропилена и чернила. И есть еще с розовыми полосочками, с розовой ручкой. Изготовлены в Китае. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. И не забывайте нажимать на колокольчик. Пишите комментарии. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.